На конкурс дети читают стихи. Первеева Елизавета, 11 лет, город Липецк, стихотворение Есенина «Зачем и о чем говорить?» Зачем и о чем говорить? Всю душу с любовью, с мечтами, все сердце стараться раскрыть. И чем же одними словами? И хоть бы в словах-то людских не было все так избито. Значение не сыщете в них, значение их позабыто. Да и кому рассказать при искреннем даже желании, никто не сумеет понять всю силу чужого страдания.